Всем привет-привет! Спасибо, кто зашел на мой канал. Сегодня мы будем делать с вами обзор на LED-лампу, заказанную на китайском сайте AliExpress. Итак, я уже открыла посылочку. Сейчас мы с вами посмотрим, что тут есть. Я заказала мини-LED-лампу на 9 Вт для своей сестры. Вот такая малышка, маленькая, компактная. Сейчас мы ее подключим к сети. Буду использовать обычный переходник от телефона, так как в наборе только идет USB шнур. Данный шнур длина около метра, не длинный. Может работать от компьютера, планшета. Или блочок себе брать от телефона. Подключается вот так с боку и к сети. Сейчас я подключу. Что могу сказать? Доставка около 3 недель. Все тщательно продавец упаковал. Пуперка на пакетике. На основном пакетике включается одной кнопочкой, также выключается. Имеет 3 LED-лампочки. Общая мощность их 9 Вт. У меня уже есть такая LED-лампочка, лампа. Я ее заказала, может, месяц назад, уже ею пользуюсь. Редко, потому что у меня есть еще большая Sun 9. Это очень отличная лампа. Ссылки вам оставлю под видео. Гибрид лампа. Это просто LED. Когда сушу что-то, например, гель-лаки, можно пользоваться этой LED-лампой маленькой. Если гель-краски, только гибрид или уф-лампа. Эту я себе заказала, прям если что, в дорогу. Легко пользоваться. Сушу я гель-лаки в такой лампе по 1 минуте, так как таймер идет на 1 минуту. Все отлично просушивает. Никаких минусов я не вижу, только то, что она маленькая и может сразу только 4 пальчики сушить, 5 никак, только отдельно. Но я вот в таком положении и сушу сразу все 5. Удобно. Вот такая у нас сегодня была посылочка китайской LED-лампы на 9 Вт. Ссылочки оставлю вам под видео. Так что заходите, смотрите в инфобоксе. Всем спасибо, кто смотрел мои видео до конца. Кто еще не подписался, подписывайтесь. И всем до новых встреч. Всем пока-пока.